на всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Санаранину и поселились там, и сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи. Вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сказал Господь: вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там языки, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей и умер. Арфаксад жил 35 лет и родил Кайнана. По рождению Кайнана Арфаксад жил 330 лет и родил сынов и дочерей и умер. Кайнан жил 130 лет и родил Салу. По рождении Салы Арфаксад Кайнан жил 403 года и родил сынов и дочерей и умер. Сала жил 30 лет и родил Эвера. По рождению Эвера Сала жил 403 года и родил сынов и дочерей и умер. Эвер жил 34 года и родил Фалека. По рождению Фалека Эвер жил 430 лет и родил сынов и дочерей, и умер. Фалек жил 30 лет и родил Рогава. По рождению Рогава Фалек жил 209 лет и родил сынов и дочерей, и умер. Thank you.
32 года и родил сыруха. По рождению сыруха Рогав жил 207 лет и родил сынов и дочерей и умер. Сырух жил 30 лет и родил Нахора. По рождению Нахора сырух жил 200 лет и родил сынов и дочерей и умер. Нахор жил 29 лет и родил Фару. По рождению Фары Нахор жил 119 лет и родил сынов и дочерей и умер. Фара жил 70 лет и родил Абрама, Нахора и Арана. Вот родословие Фары. Фара родил Абрама, Нахора и Арана. Аран родил Лота и умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Авраамовой Сар, имя жены Нахоровой Милка, дочь Арана, отца Милки, отца Изми. И Сара была неплодна и бездетна, и взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Хананскую. Но дойдя до Ханана, они остановились там. И было дней жизни Фары в Харранской земле 205 лет. И умер Фара в Харране. И умер Фара в Харране.